Открыто. Можно пролезть. Или где-то. Надо действовать аккуратно. Ты ничто, братай!
Эй! Там что-то не так. Поверишь? Смотри в оба. Проклятие. Так, что-то здесь теряем бдительность. Лучше быть начеку.
Лестница? А это еще что? А это еще что? Заперто. Это покои придворного писца. Ключ. Судя по свиткам, это сундук придворного писца Евдора. Двойное дно. Письмо. Почтенный Ибис, фараон сговорчив и будет помогать нам в наших замыслах. В Сиве действуй с осторожностью. Убийство Цакру лишь начало. Еще двое наших соратников погибли здесь, в Александрии. Тем не менее, пока для паники нет причин. Геннадий без устали допрашивает жителей города. Мы ценим твои труды, Ибис. Живи. Здесь стоит печать змея. Змей — это Евдор, придворный писец. Айя сказала, что писец часто... Посещает бани. Там я и прикончу эту тварь, Евдора.
тут есть. Совсем рядом. Что ты... Порву. Что? Тебе конец. Thank you.
Эй, ты! Стой! Ой! Идиоти! Элавни нуги гностис! Все ли договоры подготовлены? Да, все. Амакса и лавнис га гагистеос, амелисон. Мурис ке ваймата тута эстин. Посмотри, какой роскошный свод. Божественно. Как и все мы. Герас не разбирается в лошадях. Все ли вас устраивает, господин? Вода сегодня непростительна. Симонит, ты выпил слишком много вина. Выпил и выпью еще. А если бы не выпил, разве наш фараон стал бы умнее? Тогда он пер. Господин, довольны ли вы приемом? Весьма. Подготовьте полотенце. Корьяс параскервазма да туда вести. Вам что-нибудь нужно, господин? Не докучай мне, если можно. Умри! Покончим с этим! Да будь ты проклят! Зачем тебе убивать меня? Зачем? Ты убил моего сына, мразь! И ты глупец! Кран! В Сиве! В той забытой богами дыре? Я не имею к этому никакого отношения. Уже поздно лгать. Анубис ждет. Палец ничто, зато я смогу убить змея. Змея? Змей будет жить вечно. Сын Апопа, владыка Дуат, ждет.
Евдор! Убит! Боги, спасите! Его убили! Даже не знаю, что хуже, убит или запах. Кровь пришлись кровью. Он был так красив. Это же Евдор, бедняга. Нашли что-нибудь? Ничего нет. Любимый. Змеи и Геннадий мертвы. Змей Евдор. Он нашел свою смерть в банях. Жаль, меня там не было. Привет. Я уж хотела тебя вытаскивать. Адреналин и давление подскочили. Из-за этого вырос пульс и уровень гормонов в крови. Серотонина и окситоцина в частности. Что там произошло? А я здесь. А кто это? Жена Байека. Я чувствую ее. Чувствуешь? Скорее всего, это просачивание. Тебе досталась не только память Байека, но и эмоции, которые он испытывал. Да нет, похоже, она и правда в этой пещере. Супругов часто хоронили вместе. Вторая мумия? Нам нужно доложить в Абстергу. Сначала найду Аю. Не скажешь ты, скажу я! Диана, нет! Так я опять останусь за бортом. Задвинут, как обычно. Ладно.
Ага. Что такое? Просачивание ведет меня к Кае. Ну, класс. Надо. Она там. Это будет мой прыжок, Вера. Какой прыжок? Никаких прыжков в твоем состоянии. О. Черт, холодно. Я знала, она здесь. Вот и ты, слава богу. Я чую запах крови. Так, 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 я тебя едва понимаю, Лейла. Нам нужно доложить. Пока нет. Пока нет? А когда? Ну, размышления тут не помогут. Что ты там делаешь? Лезу. И мне тяжело, так что давай помолчим. Ладно. Скажешь, когда заберешься. Возвращаюсь. Да? Хочу изучить память Аи. Есть ее ДНК. Так, я все понимаю, но... Чем больше мы рискуем, тем хуже будет для нас. На кону моя мечта. Сделаем, по-моему? Черт, мои бумаги тут повсюду. Упс, в них что-то важное? Да, записи об Анимусе. Вношу ДНК Аи. Обработка займет время. Ты не сможешь синхронизироваться сразу. Лейла, ты должна кое-что знать. Ты беспорядочно мешаешь цепочке ДНК, поэтому переход между воспоминаниями может быть непредсказуем. Это меня вполне устраивает. Да? А я волнуюсь. Thank you.
хорошего. И спасибо за рыбу, Беркли. 21 марта 2006 года. Лейла Хасан бросает колледж. Да, профессор Мур. Доклад от... Оказывается, артефакт повышенной значимости — это человек. Мумия. Уникальная возможность. Откуда у тебя клинок, Ая? Откуда у тебя клинок, Ая? Анимус еще не закончил обработку ДНК Аи. Ладно, ладно. Что не так? Змей. Вдруг он не последний? Конечно же, последний. Они все мертвы. Правосудие свершилось. Если есть вопросы, Аполлодор поможет. Он знает все. И где мне найти того, кто знает все? Он с Клеопатрой. Ищи его человека на ипподроме. Эй! Скажу Фану о смерти Геннадия. Встретимся позже. Наслаждайся скачками и не проиграй все деньги. Thank you.
Держит ухо востро. Так, здесь небезопасно. Проклятие! Архонт ранен! Ах, да, хай!
Meno. Morias palas que vas mata tu danesti. Что? Я убью тебя! Что? А, вижу! Oh!
возьму на время. Тебе не вернуться. Вечеру ты пей. Мы сильнее. О, так эх, мено. Икар, гордость шумного ипподрома, прославленный сын Канопуса. Я Байк, а я отправ... А пока ипподром почтит память величайшего возницы. Вас ждут веселье и... Его звали Икар, гордость шумного ипподрома, прославленный сын Канопуса, что так рано нас покинул. Зависнет и судьбе. Думала считать не года, а победы. Сеннифер. Ora
Стой! Стоять! Ιδιώτη, οράν πούλημι την εφανάστε ή να εξέλθεις. Μουρίας παρασκευάσματα τούτα εσείς. Безумцы на улице. Я видел тебя в том месте. А я ему, так я не про свинью говорю, а про твою жену. Прости, Нэп. Слышал, раньше вы с Кларидом объезжали лошадей. Мой отец содержит команду зеленых. Нам очень нужен возник. Я не буду тебя ждать. Идиодин. Оран булимит. Куда мы идем, Сенефер? Кларид, Кларид. Сенефера ты можешь забыть. А, зачем ты сменил имя? Без поддержки греков на ипподроме ничего не добиться. Так я стал греком. Ой, ты змеизонос афросинис. Ты предал свое имя? Свой дом? Сива не мой дом. Греки смеются над нами, и ладно. Лишь бы щедро платили за победы. У меня мало честолюбия для этих гонок. Да, твоя правда. Меня-то любят, а у тебя нет ни колесницы, ни денег. Вот Икар, он был героем. Ты знал, что он выиграл 1000 гонок, а выжил в 2000? Толпа обожала Икара. Ты и богов их тоже принял. Наши боги никогда не помогали мне. Тебе повезло. Если б я остался, Айя была бы моей. Ты пьян и глуп. Ты не представляешь, чего я лишился. Мир жесток. Ты всегда смотрел на меня свысока, мнил себя лучшим. Я никогда... Неважно. Теперь я знаменит. Какой ценой? Предал дом, имя, богов. Ты выбрал этот путь. И получил любовь всех женщин и кучу золота. Ты всегда хотел славы, но не все ее ищут. А ты мечтал о Бае и о Раве детей. Так почему же ты оставил? Ты живой? Да. Ты постарел. Нужно немного освежиться. Скорее пиво свалит меня, чем... Хватит болтать. Пусть боги рассудят нас на ипподроме. Стой! Стоять! Нунес, Хедер!
всполошились. Миджай, сюда, воин, сюда! Ну, что тебе нужно? Нужно, найду. А если не найду, то и не нужно. Реда поможет выжить в этих пустынных землях. Ты еще рип? Что-нибудь нужно? И помонига мейзона угего. Ох, афронес пантухосен. Ах, угести бальзондос харин. Тудис корезмас, ах, пьон угестин туда. Палин теге палин, идиотас. Рука. Ладно. На куски порву. Ха-ха.
Где искать Дамаска? Он на пристани в бухте Канопуса. Выпустите меня! Еще нет. Эй! Объем! Нужна помощь! Помогите мне! Тебе надо было бежать, но теперь... Да! Я сам собирался их убить. Просто не смог выбраться из этой клетки. Скипорву. Твой чай. Ой, из Мейзонос Афросимис. Меня прислала Паладор. Дай мне свиток. Морьяс параскер вазма да туда вести.
тот самый свиток, Нек. Вот твой драгоценный свиток. Спасибо тебе. Этот свиток для полководца Помпея. Мы пытались склонить Рим на сторону Клеопатры. Она будет благодарна за то, что ты сохранил ее секрет. Она на моей вилле, так что за мной. Причем здесь Айя? Ее брат Фан сказал мне, что она одержимо ищет одного человека. Так вышло, что и у меня были причины желать ему смерти. Когда Айя нашла его, я встал на ее защиту. Спасибо. А тебе спасибо за то, что ты убил Ебдо. Он был омерзительным человеком. Ты должен знать, что помимо Евдора, я покончил с Филокритом Александрии, Геннадием. Геннадием? Я рад его смерти. Но ты подверг себя большой опасности. Филоки — сплоченная группа. Они опасны. И они придут за тобой. Пусть придут. Почему ты хотел смерть Евдора? Как ты знаешь, брат Клеопатр, Юг не сможет стать хорошим царем. Мы думаем, им манипулировал Ебдо. И именно он в ответе за все беды Египта. Пришли! Вилла Пинай. Обсудим все на вилле. Царица наслаждается высшим обществом. Я рад, что Айя вносит хотя бы талику здравого смысла в окружение Клеопатры. Твоя жена поистине удивительная женщина. Знаю. Байек, прежде чем я все тебе расскажу, Клеопатра должна одобрить тебя. Она с характером. Я дам тебе совет. Когда подойдешь, преклони перед ней колено. Говори только, если спросят. Никаких вопросов. Не груби. И пусть тебя не отвлекает праздник. У нее большая свита, весьма жадная до развлечений. Иногда даже слишком. Говори четко, спокойно. И главное, не смотри ей в глаза. Готов? Я в нетерпении. Идите ко мне. Я же сказал, быстрее!
Ben İsmet, ne cennet! Хватит стенать, тетя. Ты только... С дороги! Да что с тобой? Что ты... Убью! Это... Это он? Снил деревянку.
Уйди! Это... это он? Отвлеките противника, я прорвусь. Ты давай, что делаешь? Беда, не ранен. Знаю, что хуже, вид или запах. Зараза! Занять позицию. Микетр, что нам делать без моего милого Микетра? Мне сейчас не до него. Если посе